Символом величайшей Римской империи стали латинские буквы SPQR. Они красовались на штандартах римских легионов, на памятниках и документах, на фасадах правительственных зданий. Эти буквы можно увидеть на множестве археологических находок, связанных с историей Древнего Рима. Давайте же разберемся, откуда это взялось и что означает. Начнем с того, что люди всегда, начиная с древнейших времен, использовали определенные символы. Данными символами были определенные цвета, которые потом превратились в флаги, изображения животных и так далее. Рим не был исключением. Основным символом Рима за все время его существования был орел, гордая и величественная птица, символ Юпитера, верховного бога древних римлян. Орел заменял римлянам и флаг, и герб. Его изображали на стенах, на тканях, делали штандарты с его изображением. Но при всем при этом, всегда около орла можно было заметить аббревиатуру SPQR. Эти буквы служили определенным дополнением к орлу. Эту аббревиатуру использовали совместно с орлом на штандартах, зданиях, даже в государственных документах. Богатые люди, которые могли себе позволить, заказывали фрески и мозаики с изображением данных букв. Сама аббревиатура обозначает следующее. S – Senatus, то есть Сенат. P – Populus, то есть народ. Q – Curitius, переводится как гражданин. R – Romanus, что означает римляне. Вся вместе аббревиатура переводится как «Сенат Рима и его народ». Данные слова являлись чуть ли не священными для римлян, как в средневековье для людей была священна церковь. SPQR сопровождал римлян с самого начала основания Вечного Города. Сначала, во времена правления в Риме царей, эту аббревиатуру использовали просто как девиз. Во времена республики она использовалась как символ власти Сената. Даже во времена империи девиз сохранился и стал обозначать божественную сущность императоров, исходя из вековых традиций и славы Рима. Эти латинские буквы сохранились как символ Римской империи вплоть до того момента, когда официальной религией всего Рима стало христианство, поскольку SPQR был языческим символом. В наши дни SPQR используется в гербе современного Рима. Также на многих зданиях, памятниках и даже канализационных люках Рима и сейчас можно легко найти данную аббревиатуру.